В администрации муниципалитета состоялась торжественная церемония. Глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков и прокурор города Сергей Евгеньевич Молочков вручили государственные жилищные сертификаты трем детям-сиротам. Марина, Анжелика и Илья пришли на волнительную встречу со своим будущим в сопровождении опекунов. Глава округа поздравил ребят с важным этапом в жизни и поблагодарил их близких. Мне особо приятно сегодня вас, в первую очередь, поздравить и поблагодарить. С одной стороны, мы сегодня будем вручать будущее становление, да? Потому что без жилья, наверное, всегда сложнее вызов. С другой стороны, с этим самым главным, с нашим будущим, всегда находитесь в опеке, в заботе, внимании именно вы, взрослое поколение. Я вас хочу за это поблагодарить, сказать, что вы настоящие патриоты своей родины. Илья Крылов обучается на третьем курсе политехнического техникума номер 47 имени Федорова на слесаря-сборщика авиационной техники. В свободное время увлекается компьютерными играми. Главной целью юноши является создание крепкой и счастливой семьи. А что может быть важнее для молодой семьи, чем собственное уютное гнездышко? Главной целью остается найти человека, который сможет находиться рядом со мной в тяжелые моменты. И не только в тяжелые. Безусловно, есть определенные квартиры в определенных районах, которые я присматриваю, но основная квартира, она находится в Чернево. И, собственно, вот там самый мой основной вариант, на котором я хочу остановиться. На территории городского округа Красногорск в 2024 году реализовано 5 сертификатов на приобретение жилья. Двум детям-сиротам вручены ключи от новых квартир.